Свободное падение с высоты в 800 метров. Армейский спецназ провел учебно-тренировочные прыжки с парашютом. Как рассказали сами бойцы, для них это был настоящий экзамен. Краткий инструктаж, проверка снаряжения, погрузка и взлет. Самолет набирает высоту. На отметке в 800 метров звучит звуковой сигнал. И первый пошел. Несколько секунд свободного падения, затем рывок за кольцо, и над головой распахивается огромный купол парашюта. Адреналин запредельный. Впереди приземление, а оно не всегда бывает мягким. Сказочно. Я бы сказал, феерично. Немного страшно. Готовились ведь к этому. Великолепный прыжок. Прям ждал. Полслужбы ждал. Как только отделяешься, буквально даже не понимаешь, где земля, где небо, где самолет. Начинают носить туда-сюда, потом отделяешь кольцо через 3 секунды, все, купол раскрылся, все, радость, я приземлился, потом я все хорошо, ощупал так, кольцо на месте, все на месте. К этому дню бойцы готовились 2 недели, учили теорию, тренировались на земле, особое внимание уделяли безопасности. Чтобы контролировать силу и направление ветра, оборудовали вот такой метеопост. Учебно-материальная база соответствует, и сегодня все прыжки совершаются согласно руководству по воздушной самоподготовке. Для нас символично, что сегодня впервые прыгают с нами и молодые воины. Прыжки – это не только проверка возможностей, но и экзамен. Те, кто его прошел, заслужили свое право носить голубой берет и звание десантника. Николай Стоянов по материалам пресс-центра Министерства обороны.